Эта новость всколыхнула рязанские соцсети. Всевидящие блогеры разместили в крупных сообществах фотографии необычного документа из администрации города. Вот такие предписания развешаны практически на каждом столбе по улице Почтовой. И согласно этому документу, будут приняты меры к принудительному вывозу вышеуказанной, предположительно, брошенной вещи. Оказывается, стоявшие столько времени столбы были установлены без проектной документации. После появления фотографий горожане стали волноваться, зачем, а самое главное, кому понадобилось сносить красивые железные конструкции. К счастью, хоть и с запозданием, но комментарий из администрации города поступил. Успокоили. Фонари, установленные за счет инвесторов, останутся на месте, а бумаги были наклеены на столбах для принятия объектов в муниципальную собственность. Вот такие бюрократические особенности. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город».